Сегодня в администрации Тамбовской области прошло первое заседание Межведомственного совета по научно-технической и инновационной политике. Совет создан с целью разработки и реализации программы инновационного развития по основным направлениям экономики области. Главная тема заседания – это рассмотрение проекта создания в нашем регионе единой цифровой платформы для ведения бизнеса, а также вопрос о присвоении статуса технопарка Тамбовской области технопарку в сфере информационных технологий МИЭЛТА. Мы в стратегии определились, что развитие IT-отрасли – это наш один из главных приоритетов. Это как раз та отрасль, которая в перспективе может внести значительный вклад в прирост добавленной стоимости по региону. И, в общем, за цифрой будущее, поэтому нельзя отставать. Стоит отметить, что проект компании МИЭЛТА полностью коммерческий. Оценить его работу тамбовчане смогут на площадке делового центра Покровской ярмарки.